Всем привет! Мы начинаем first play некой Sally Face. Всем привет! Начинаем. Посмотрим, что это за зверь такой. Началось в больнице. Да нет, мне кажется, в прошлый раз это тоже началось в больнице. О, огонь. Так, ходим мы только влево и вправо, вверх и вниз ходить нам не разрешают. Ответить на звонок. Ну давайте ответим. Салли Крам Салли. Сам. То есть это чувак. Наверное, сначала бы мне хотелось узнать, кто, с кем я, собственно, разговариваю, потому что... Иди, найди меня. Ну, что ж, логично. Понятненько. Цели нет, вещей нет. Свет, свет, да, свет надо включить, окей. Наверное, мы... Так, песик такой милый стал сразу. Позвонить 911 мы не можем, у нас просто лицо как бы замотано в какую-то херню. А, ключ. Ключ, это хорошо. Палата номер 5, ну хоть не 6. Ладно, ладно. Графика интересная. Мне это все очень сильно напоминает Neverending Nightmares. И вообще игруля, походу, русская так-то. Ну, отлично. Ну, хорошо, пойдем. Д. Д дверь. У нас не осталось вещей, кстати. То есть ключ был использован. Так, окей. П. П. Ну, Д. Нет, не, неправильно. Хорошо, П. Ж. Нет, не П, Ж. П. Ну, тут есть О. Тут нету О. Пе. Нет, не пе. Нет, не пе. Пё. Пё. Пётр. Пётр. А что это, социальная карта такая уж полезная? Ну давай попробуем Пётр. Пёт. Нет, не Пётр. Не Пётр, чёрт подери. Что может быть ещё на пё? Пё. Пёсик. Пёс. 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 Пес. Отлично. Друзья, скажите мне, почему я потратил 72 рубля на пик? Они молчат. А, вот и пес. Здравствуй, пес. Ну, это не слишком логичный вопрос.
Кого ты похоронил? МЦ похоронил? Диана Фишер, мать и жена. Мне кажется, это прям очень такая сильная калька со смеси Friend Bow и Never Ending Nightmares. Ну, что-то такое. Но спускаться в могилу совсем не хочется, но я так понимаю, нам не оставляют вариант. Да, это Unity, чувак. Это Unity. Батарейки не включены. Ой. Давайте как-нибудь в другой раз. А, все, второй попытки не будет. А, ну, окей. Окей. Удобно, когда загадки решаются. Ну, как бы очень легко. Так. Ну. Хипстер. Хипстер, пап. Ну, конечно, конечно. Да посмотри, у меня даже волосы синие, как твоя борода. О. Так. It's all your fault. Не, ну это прям совсем как-то. Это как посмотреть Miss Fitz, а потом посмотреть русскую версию сериала Miss Fitz. Ну, пока что у меня такое впечатление, я не знаю. Ну, она просто бухала неделю, и, наверное, у нее сейчас отходники. О, господи, может быть, и даже и не неделю. Блин, я все никак не могу свыкнуться с мыслью, что Салли — это мужское имя вообще. Ну, какого черта? Да, весьма занятный. Edison Apartments. Странные соседи. Весьма похож на девочку. Какое Нью-Джерси, братан? Какое Нью-Джерси? Да, я бы, наверное, будь я десятилетним пиздюком, не стал с таким пацаном, типа, дружить. Ну, блин, вот это вот псевдо... Интерактивность как-то не нравится совсем. Уйти. Комната Сала. Комната отца. Ну, батя, чё делаешь? Чё делаешь, батя? Ну, давай, расскажи. Божечки, какие клишированные фразы, я даже не знаю. Я боюсь, что если сказать «я скучаю по маме», он будет просто утешать, типа «ой, да нет, да все будет хорошо, мама там в лучшем месте». В общем-то, ничего интересного. Да, пацан с двумя косичками, это вообще опасно, конечно. Ну ладно, пойдем посмотрим, что у него в комнате. О, кошацкий. Гизм. Да, конечно, здорово, ему вообще насрать, братан. Он может спать, где хочет, делать, что хочет.
Да, что у него с лицом, это хороший вопрос. Я думаю, нам покажут в процессе прохождения игры. Ванная. Ну, пойдем порежем себе вены. Снотворные. После чего... Да, понятно, идем. Это все довольно стандартно. Ладно, пойдем погуляем. Дома нам ничего не дали сделать. У нас 402-я квартира. Мы идем гулять. О! Офицер. Ой, какой он классный. Это... Надо найти, короче, шило и воткнуть ему в ногу просто за такое... за такой разговор. Это свободная сторона, сэр. Найти дробовик и раскромсать ему ногу, я думаю. Ну, понятно, у нас, в общем-то, нет вариантов, кроме как идти к соседям. Никого нет дома. Ладно, поехали на лифте вниз. О, да вы посмотрите. Да, поехали на 5-й этаж. Проследуйте к ближайшему выходу. Нет, чуваки. Мы... довольно... О! Порезче и с эффектами было бы прикольно, но нет никакого. Это действительно очень странно. Нет никакого эффекта, который бы там, не знаю, как-то заставил испугаться или что-то в этом роде. Ну ладно. Споткнемся. Ой, там какой-то жиробас. А почему мне нельзя пройти к жиробасу? А он жрет орешки там. Ну ладно. Я тоже хочу орешки. Никого нет дома. Здравствуйте, вы кто? Что значит, о боже? Конечно, еще за компьютером сидишь больше часа в день. Thank you.
Красава. Жиробас, я вернусь к тебе. Ты поделишься со мной орешками? А, нам, наверное, стоило их в подвал. Ну ладно, раз уж мы... Раз уж мы тут осмотрим остальные квартиры. Да. Блин, пиво заканчивается. Это очень печально. Чувак, у тебя футболка заблёвана уже, камон. Давай я трону твою вещь. Это вообще отлично просто было. Лучший ролик. Криповатый чувак. Ну ладно. Очевидно, что один. Телевизор. Квартира Чарли. Эх, Чарли, Чарли. Да. Ничего нового этот товарищ нам не расскажет. О, здоровый негр. Это, да, детектив. Ну, конечно, ты же здоровый негр. И ты мне не дашь пройти туда. Ну, само собой. Твою дивизию. Бу-бу-бу. Давай там, дай мне полезных навыков. Окей, у нас не остается выбора, кроме как ехать в подвал.
планировка везде одинаковая. Сначала к Лизе. А, к Лизе мы не пойдем. Окей. Сорян, Ларри. Твою дивизию. Она сказала, что он ее ровесник. Его ровесник. Военный чувак. Салли в Крам Салли. Давайте попросить чайку, наверное. Да все, пока, брат Диш. Так, окей. Дорога в Эльдорадо.
Носки. Ладно, у нас еще есть ванная. Носки не мог взять я. Да, планировка идентичная, но это, скорее всего, чтобы не запариваться с разнообразием уровней особо. Так, ну на самом деле у нас еще есть вот здесь что-то. Ага! Вот это прикольная штука. Я не знаю, может быть, чуваки с лепрой имеют отношение к созданию этой игры. Классно. Так, я прошу прощения, мне нужно поссать. Так, ну что, пойдем дальше. На самом деле нет. Так, окей. Кого? Диалоги я листаю сам целиком. А, стоп. Я же хотел сначала взять чайку. Чувака. Он позвонит ментам, и мы сделаем все дела. Я так понимаю, для начала мне нужно вообще пройти в свою комнату. Рацию в 402-м. Да, значит, все верно. Значит, мне нужно в 402-й. Да, в 402-м. Я, собственно... А, вот. Thank you.
же этаже, на третьем. Жирный поедатель орешков. Так. Второй. Надо ему чайку, наверное, дать. О! Так, окей. Отходить нельзя. Дойдем до сначала до Ларри, посмотрим, что он нам скажет. Сейчас узнаем. Усилить эффект. Ничего нельзя здесь. Thank you.
В смысле? То есть надо сначала поболтать с жирным, блин, чтобы этот четвертак сунуть. Ну, это, конечно, трэш. Нет, в квартиру нельзя зайти. Даже не пришлось. Ну, ладно. Сначала, наверное, сходим. Усыпим жирного. Йоу!
я должен отдать. Это мне значит нужно ехать на первый этаж. Ой-ой-ой, а я на пятый. Ну ладно, значит, посмотрим сразу квартирку. 504-я, да? Не. У нас в целях отдать игрушку детективу, значит, сначала все-таки. Welcome home, motherfucker. Так, у нас есть выход теперь. Угу. Блин, я не посмотрел квартиру на пятом этаже. Я же тебе говорила, он же и Last Play. Серьезно. Ну серьезно. Господи, сколько тут геймплея было? Ну сколько? Да, я не могу вернуться назад. Второй эпизод это DLC, который стоит 200 с чем-то рублей. И на самом деле я не уверен, что она того стоит. Ну, всем спасибо.